Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. И сегодня я продолжаю играть в Stormworks, друзья. И вчера на стриме, да, вчера был стрим по Stormworks, кстати, на котором я разыграл два ключика по Stormworks. Поэтому, ребят, вам лучше, так сказать, заходить на мои стримы, потому что... Кошки опять носятся. Потому что там можно иногда выиграть. Да и вообще там весело и интересно бывает. Кошки, вот смотрите, понимаете, перед тем, как начать записывать видео... Кошки спали, они лежали, они ничего не делали. Только Турбенти банальный сел записывать видео, как вдруг кошкам решилось поиграть, погоняться, подраться. Вот какого хрена, кстати, ребят, в описании есть ссылочка на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь. Там вы можете лицезреть моих кошек, они там есть в сторис, я их вчера выложил. Сегодня, ну, по идее, если вы подпишетесь сейчас, вы, ну, успеете посмотреть. Кстати, да, давайте мы что-то сейчас сделаем. В общем, что за идея-то сегодня у нас будет? Что мне вчера пришло в голову на стриме? Выживание при 100%, как бы, всем. Ну, может быть, туман не совсем 100% будет, но мне кажется, должно быть супер интересно. То есть, знаете, так, чисто такая хоррор-серия, ничего не понятно, ничего не видно, страшно, ужасно, хочется плакать. О, да, в общем, давайте выберем с вами лодочку какую-нибудь. Какую-нибудь хорошую, интересную лодочку мы с вами выберем. Я думаю, что, блин, самое интересное будет с мегалодонами. То есть мы такие плывем, как бы, да, темно, страшно. И вдруг мегалодон нас такой кусь. Такой, ау, ам-ням. Вот так он нам делает, и мы такие, ау, нет, падла. Давайте ягуар вот этот возьмем. Он прикольный, он хороший, интересный, достаточно небольшой. Ну, то есть он такой, он и небольшой, и не маленький. То есть самое то, чисто, знаете, такое патрулирование. И вдруг мы заплыли, как будто бы... в какое-то место, в какой-то такой опасный, так сказать, райончик, в котором все вдруг... Ну, типа, знаете, как Бермудский треугольник, только это Трамбамбунский треугольник, дорогие друзья. Мне вот эти... Не люблю, когда двери сами закрываются, ну да ладно. Трамбамбунский треугольник — это нормальная тема. В общем, давайте сейчас я заведусь, отплыву, чтобы не было вот этого вот лагания, и, так сказать, вернусь к вам. Так, все, дорогие друзья, мы, так сказать, отплыли. Сейчас будем немножечко патрулировать. Блин, ну... Очень крутая лодка. Давайте вообще я немножко по ней похожу, потому что я... Хотя вы этого не любите, я знаю. Вы не любите, когда я делаю какие-то эти, как называется, ну, типа там экскурсии небольшие провожу. Ну, прикольная на самом деле лодка. Здесь есть, если что, и сверху такой капитанский мостик. Можно, по идее, наверное, забраться и как-то туда наверх, но этого я делать не буду. Тихо, блин, чуть не провалился. Так, также есть у нас здесь, так сказать, ну, багажный отсек, если можно так выразиться. И здесь... ого, здесь, кстати, у нас много чего еще, оказывается, есть. А, здесь мы и в кабину можем попасть, да? Вот это, кстати, неплохо. Эту дверь я закрывать не буду, пожалуй. Вот здесь, блин, круто. То есть здесь такая большая комната, в которой можно отдохнуть, потусить. Но здесь двигательный отсек, который еще нас ведет куда? А, ну это куда я и пришел, я понял. Красиво, красиво, ничего не скажешь. Турбенти банальный одобряет. Да, как бы. Ребят, кстати, по поводу... реальной жизни спасателей улицы улитки. На самом деле, не знаю, выпускать ли третью серию. Напишите сейчас об этом в комментариях, потому что первые две серии, ну, набрали, ну, слабовато. Я не знаю, может, что-то не хватает, может, не так интересно. Я не знаю, ребят, обязательно напишите об этом в комментариях. Мне нужна, так сказать, от вас обратная связь, потому что, ну, многие, так сказать, просили, ждали и там набирали там 1000 лайков, типа, чтобы я начал снимать там прям, ой, блин. Залагало. Вот, а на деле как-то мало достаточно просмотров получилось. Ладно, ребят, давайте уже, хватит трындеть, а то вы меня, блин, в комментариях там напишите, что Турбо достал трындеть. Блин, тупо максималочку ставим. Как будто мы заплыли в какой-то квадрат. Блин, ёперный театр. Подождите, ну это прям, блин, слишком атмосферно. Я надеюсь, вам меня нормально слышно из-за этого дождя, я даже немножко его потише. Давайте сделаю. Конечно, атмосфера дикая, но, блин, офигеть, блин. Ну все такое черно-белое, я не знаю, ребят, нормально ли это черно-белое, все в тумане. В голове моей туманы-маны. Мы с тобою наркоманы-маны. Ладно, давайте дверь закроем. Так, тихо закрываем. Ого, блин, да нахрен жестко. Я бы вам сказал, очень жестко. Надо бы свет включить, а то прям темно-темно. Так. Navigation lights, search lights, hitters нам не надо, наверное. Instrument lights. О, блин. Bridge lights, deck lights, cabin lights. Тупо все лайцы включили. Красиво, красиво это все выглядит, ребят. Давайте мы не будем, кстати, очень быстро идти, чтобы, ну, поинтереснее было, допустим, и со спавнем, дорогие друзья, мегалодона. Как бы, да, не иногда... Но, смотрите, это когда РПшечки, да, я всякие разыгрываю там. Кстати, у нас здесь еще Electric Trusters. Когда я всякие РПшечки разыгрываю, тогда я не показываю, как я включаю. А тут, ну, так сказать, выживание. Я вам изначально сказал, что мегалодон будет, поэтому я думаю, что скрывать этого особо не надо.
Блин, сраные двери, которые сами закрываются, я это не очень люблю. Блин, пацаны, но выглядит это прям максимально страшно, максимально эпично. Фонари еще так светят. Прям, блин, атмосфера просто зашкаливает, ребят. Я думаю, что, так сказать, лайкосик можно за это влепить. Главное, мне отсюда не свалиться нахрен. Так, мы вроде, кстати, плывем, да? Эти двери откроем. А, скорость. Где у нас показывается скорость? Спид, да, 22 километра, этих, узла в секунду. Короче, 22 узла мы идем. Нормально, тут, кстати, у нас есть еще карта. И также у нас тут есть еще радарчик. А, не понял. Не понял. А почему у нас все отключилось? Я не понял. А! Подождите. Потому что Мегалодон нас долбанул. И он не один, дорогие друзья. Он далеко не один. Походу их тут вообще два или три. У нас, подождите, у нас что-то сломалось? Да, вон, нас сзади. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Как бы вам помягче выразиться. Проблема в том, что мы здесь остались заперты. Во-первых, мы здесь заперты. Во-вторых... Как бы... Да, мы выбраться отсюда не сможем. Ладно, у нас есть фонарь, давайте с фонарем будем работать. Двери не открываются, ничего не открывается, я не знаю, где... А, подождите. Я специально, хорошо, что я не закрыл вот эту дверь вниз. Ёперный театр! Это было страшно. Ладно, хорошо, может быть здесь надо что-то включить. Во, все, включил. Ёб твою гаматритку! Какого хрена? Какого хрена? Так, хорошо, что я не закрыл ту дверь. Блин, только вопрос... Что происходит? Ладно, вроде бы мы... Нормально, так, сейчас попробуем завестись и уплыть отсюда. Нам нужно спастись, друзья, хоть в одной серии нам нужно спастись. Дверь открывается. Хорошо, садимся. Все, плывем. Можно еще электрические трастеры подрубить. Или не можем. Мамочка, мама. А, блин! Это реально страшно, пацаны, не знаю, как вам. Не знаю, как вам, но мне реально страшно. Дверь, он дверь выломал! Он выломал дверь! Мамочка, 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 мамочка. Пожалуйста, вот эта дверь откройся. Почему эта дверь не открывается? Твою дивизию! Что происходит? Я вообще ничего не понимаю, ребят. Вообще ничего не понятно. Вот дверь, вот мне в эту дверь надо. В эту дверь срочно, срочно, срочно. Так, теперь туда вниз идем. Быстро, 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 быстро вниз. Там вода поступает, ну что поделать? Включаем опять этот... Питание включено. Так, хоть бы они его сейчас не долбанули. Хоть бы они меня сейчас не долбанули. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Ладно, Турбенти, успокойся. Турбенти, ты ёб твою дивизию, анал. Ну, в смысле, профессионал. Опять дверь, опять выключили электричество. Не, пацаны, блин, такого выживания я еще не помню. Так, кнопка еще работает. Кнопка еще работает. Блин, ребят, такого выживания я еще не помню. Когда я, конечно, изначально говорил то, что мегалодоны никакой опасности не представляют, да, там, по первым стримам, по первым сериям. Это, конечно, я ошибался. Зачем я-то ошибался? Зачем я так влюблялся? Мамочка, как же страшно. Оно не работает, пацаны. Так, тихо. Включили. Блин, я не могу. Эти вонючие петухи, они просто... Ой, блин, давление. Они просто не дают мне выжить. Опять выключили. Ёб твою гаматритку. Нет, ребята, я не знаю, это вся серия. Сейчас я буду туда-сюда бегать. Тут уже вода, да, тут уже везде вода. Работает, работает еще. Надо как-то успеть, понимаете? Почему здесь-то... А, здесь сломано, я понял. Так, нужно попробовать завестись. А мы под водой или что? Мы под водой уже? Мы уже под водой. Нет, нет. Закрыться, так, хорошо. Хорошо, насколько мы под водой? Пацаны... Мегалодон. Я не понимаю, насколько, во-первых, мы под водой. А во-вторых, что мне теперь делать? Потому что, как бы вы понимаете. Блин, ребята, это, по-моему, одна из самых лучших серий по выживанию. Кстати, можем поспать, полечиться. Кстати, нам холодно, если что. Не, ребята, это точно одна... А вода набирается. Вода набирается. Вода набирается. Может быть... Подождите, если я закрою вот эту дверь... Ага, все. А, я надену... Опа, скубагир. Скубагир это хорошо. Не, подождите, вместо скубагира даже я лучше надену вот это вот. Дайвинг. Так. Есть возможность спастись. А чтобы спастись, я вот так делаю. Включаю сейчас электричество и иду открываю дверь. И пытаюсь выплыть, чтобы мегалодоны меня не схавали. Так, где, а где тут дверь открывается? Вот она.
Кнопка-то сломана. Хорошо, но там можно выплыть. Это я помню. Так, все, пацаны, плывем. Пытаемся спастись. Мы реально, смотрите, все, наша лодка тупо на дне. Наша лодка тупо на дне, пацаны. Посмотрите, как она искорежена. Как же это все выглядит. Жесть. Так, ну походу мы спастись сможем, в принципе. Здравствуйте. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста. Я иду обратно, пацаны, вы как хотите, но я иду обратно, потому что там вонючие акулы. Бабочка, 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 бабочка. Как я сейчас уплыл от этой акулы, я не знаю. Блин, ну дверь, да, здесь точно не зак... Что такое? Что такое? Как она меня сквозь... Как она меня сквозь... Как она меня сквозь стену кусила? Ладно, ребят, все, в любом случае, надо выбираться, все. Осьминог какой-то красивый. Все, ребят, в любом случае, надо выбираться. Умру, не умру, тут уже... Тут уже не... А что фонарь... Вообще, ребят, ни хрена не видно. Тупо в тьме какой-то плывем. Охренеть, блин, ребят, по-моему, это реально самая жесткая серия по выживанию. Конечно, спастись вряд ли у меня опять получится. Блин, тупо ничего не видно. Долго мне еще плыть-то наверх? Акулы всякие тут рядом. Ого, вот это было хорошо. Тихо, тихо, акулы, акулы! Блин, ребят, вообще ничего не видно. Давайте я хотя бы туман сейчас уберу. Да, блин. А, чтобы было хоть... Ай, понял! Да-да! Ладно, ребята. Походу, это кончина турбенция банального. Как бы это ни звучало. Как бы это ни звучало. Жестко и... Уж... А, нет, все, ребят. Тут просто миллиард акул. Просто миллиард акул. Так, подождите. Что-то реально темно. Давайте так сделаем. Давайте так сделаем, чтобы было видно. Вот они. Смотрите, их. Сколько их тут? Пацаны. Так, давайте я сделаю вот так. И... Так, чтобы сейчас... Ёперный мантетык! Делаю так, ребята. Ваша задача сосчитать, сколько здесь акул. Как бы, кто напишет правильный вариант, того я поцелую в щечку. И я могу, да. То есть, а что-то звука почти не слышно. А, или может потому, что мы типа под водой? Из-за этого почти звуков не слышно. Вполне возможно. Да, ребят, скорее всего, выплатить я не смогу. Поэтому я думаю, что на вот этой прекрасной ноте... Поедание меня акулами мы можем заканчивать. Друзья, обязательно подписывайтесь на, блин, мой канал, да. Ох, ставьте свои большие пальцы вверх, пишите какие-то свои комментарии. Тогда новая серия по Stormworks не заставит себя долго ждать.